Итак, дорогие мои, сейчас мы с вами сделаем упражнение для всех наших внутренних тканей, для наших сосудов, для нашей лимфатической системы, для нашей сетчатки, для мышц глаза, для хрусталика, который называется идиомоторный массаж. Когда вы делали упражнение близко-далеко, смотрите вдаль, что самая работа, вы работали с закрытыми глазами, мышцы устали, воображаемая работа нашим мозгом воспринимается как реальная. И хотя вы мысленно переводите вдаль вблиз, ваш глаз, мышцы глаза все равно расслабляют хрусталик, сжимает хрусталик. Массаж, который мы сейчас с вами будем делать, он массаж. Но ваши мышцы, ваши ткани, ваши сосуды все равно будут реальный массаж, реальную пользу. Чтобы прочувствовать этот эффект, чтобы прочувствовать вот эту методику, возьмите сейчас руки и помассируйте свое лицо. Помассируйте свое лицо так, дорогие мои, чтобы вы запоминали о своей коже, как приятно вашей коже. Помассируйте и запоминайте вашей коже. Но помассируйте сильно, сильно, дорогие мои, не слабо, а сильно. Сильно сжимайте, разжимайте, сильно трите. За ощущения своей кожи. Запоминайте, что чувствует ваше лицо. Сильный мощный мощный. А сейчас возьмите руки, закройте глаза и сделайте мысленно и представляйте, что ваше лицо ощущает те же самые ощущения, как при физическом массаже начали. Мысленно сжимаем и вспоминаем эти ощущения. Вспоминаем ощущения массажа. Вспоминаем, дорогие мои, только что сжимаем, массировали лицо и сжимаем и массируем его. Массируем, сжимаем, массируем. Вот этот массаж называется мысленный, идиомоторный. А теперь к вам вопрос. Когда вы делали мысленный массаж? Когда вы вспоминали вот эти приятные ощущения? Чувствовали ли вы их? Маленький, пусть в 10-ти длинного массажа. Конечно, немножко ощущали. Значит, когда мы выполняем мысленный массаж, он выполняет дольше, чем физический. Почему? Потому что ощущения не такие сильные. И чтобы получить тот же самый эффект, нужно немножко больше времени. Физический массаж, конечно, интенсивнее. Физический массаж, конечно, мы можем делать одну минуту, а воображаемый 10 минут. Но воображаемые ощущения немножко слабее, может быть, в 10 раз, но они есть. И чем хорош, дорогие мои, идиомоторика, это движение, идиомоторный массаж, тем, что вы можете массировать внутри. Вы его воображаете, то есть вы его делаете на самом-то деле с помощью мозга, с помощью воображения. И вспоминая вот эти ощущения от обычного массажа, массируете внутри, можно массировать уметь шаи. Если, допустим, шея работа, если она слишком много выбрасывает гормонов, успокаивает свой желудок, если повышена кислотность, можете массаж своих суставов, и в том числе вы можете делать массаж глаз. И вот сейчас мы с вами идем идиомоторный массаж на глаз. И мышц глаза, и хрусталика, и вся сетчатки, и зрительного нерва. Это мысленный массаж, дорогие мои, приятный, с удовольствием. Мы вокруг откроем глаза. Руки подставить левый глаз. Сжимая, реально физически сжимая пальчиками свое лицо, вы делаете и улучшаются ваши капиллярчики, как улучшается кровоснабжение. Помните, кому нужно расслабить, у кого раньше была близорукость. Вы представляете, как ваши мышцы от этого массажа расслабляют на летний спазм.
Если у кого раньше была дальнозоркость, вы представляете, как наоборот нравится. Это как очищается. Хорошо? То есть вы что дышать, напрягаться от сильного старания, чтобы у вас не было напряжения на лице. Глазами свои теплые и начинаем мысленно массировать, получать удовольствие, эти ощущения массажа и представлять, как мышцы стычными очищают. Поехали, раз, четыре, пять, шесть, ставим массаж, раз, три, четыре, пять, семь, десять, раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, десять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, рядом со своими глазками вы можете сжимать, чтобы получалось два. Три. Воображаем руки нежные, теплые руки внутри глазок. Ощущается кровоснабжение. Раз, два, три, четыре, массаж, дорогие мои, и улыбка. На удовольствие. Только на положительных эмоциях делаем его. Раз, четыре, пять, шесть, семь, девять, два, три, четыре. Прекрасный, прекрасный. Представляем мышцы. Чистый, маленький глаз. Раз. Два, четыре, пять, шесть, семь, девять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, раз, два, массаж, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, браво, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мысленный массаж. Раз, два, три, четыре, пять. И как хорошо вашим глазам. Как улучшается кровоснабжение, лимфоток. Как улучшается работа мышц. Как очищаются ваши глазки. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз. Еще 40-50 раз. Раз, два, три, четыре, нежными, теплыми ладонями, нежно, с любовью, с радостью расслабляем, улучшаем кровоснабжение, очищаем глазки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы, браво, дорогие. Откройте сейчас свои глазки и прочувствуйте, какие ощущения у вас после этого массажа на лице. Какие у вас сейчас ощущения после этого массажа в ваших глазках. Даже возьмите табличку, посмотрите, дорогие, на нужном себе расстоянии. Отметьте это зрение, посмотрите налево-направо. Стал ли чище воздух, стала ли ярче картина, как вы себя чувствуете, дорогие мои? Ощутите. Замечательно. Это мы сейчас сделали с энергией, это состояние янь. Наши все упражнения, они, это поскольку восточный подход, да, они всегда по принципу инь-янь. Да, знаете, вот такой знак, черное с белым, перетекающий друг друга, инь-янь. Сила появляется тогда, когда мы, дорогие мои, энергию обязательно соединяем с состоянием спокойствия, чтобы впитать эту энергию. Поэтому сейчас разогреваем ладошки. Горячими ладошками закрываем свои глазки. Делаем легкий вдох через нос. Делаем длинный глубокий выдох.
и расслабляем. Расслабляем мышцы своих глаз. Легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох. Расслабляем, дорогие мои. И длинный глубокий выдох. Отдыхаем. Расслабляем. Легкий вдох через нос. И длинный глубокий выдох. Легкий вдох через и пусть левый глазик расслабится, и правый глазик расслабится. Воображайте. Расслабляешься вашего тела. Легкий вдох через нос. И длинный глубокий выдох. И как всегда, дорогие мои, представим себя на природе. Бесконечный простор. Голубое небо, зеленые трава. Много полевых цветов, клевер. Дышится легко, расслабленно. Легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох. Легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох. Расслабляемся, дорогие мои. Легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох. Легкий вдох через нос. И длинный глубокий потихонечку заканчиваем. Еще раз помассируйте свои глазки. Погладили глазки свои, поморкали быстро-быстро, чтобы они адаптировались к свету. И после этого массажа тоже посмотрите, пожалуйста, да, в свою табличку. Показывает остроту зрения. Близко, далеко. Посмотрите, у каждого свое расстояние, свой размер шрифта. Отметьте, как ваше зрение сейчас после этого упражнения. После каких упражнений у вас идет улучшение. И сейчас, дорогие, мы с вами сделаем еще одно упражнение. Это называется упражнение образное дыхание, воображаемое дыхание. У нас есть рефлекс. Безусловный рефлекс, который есть абсолютно у всех людей на Земле. Какой? На прохладе наши сосудики и капиллярчики подтягиваются, а на тепле, наоборот, расширяются. Мы все лежали с вами в теплой ванне и знаем, как чувствует себя кожа, да? Она розовеет в теплой ванне. И мы все с вами были, знаем, что такое прохладный ветерочек, прохладная вода, да,
бледнеем немножко, и даже мурашки у нас там, гусиная кожа появляется. Значит, вот этот рефлекс, он есть у всех, вне зависимости от верите вы, не верите вы. И мы сейчас с вами, зная, что наше воображение, наш мозг воспринимает как реальность, да, используем силу мозга. У каждого человека есть мозг, просто не все им пользуются. Мы с вами будем воображать. Мы будем воображать, что на вдохе прохладный ветерочек заходит через наши глазки, насквозь проходит и в затылке уходит, и вдаль до бесконечности. А потом представим, солнышко светит, теплый воздух проходит через затылок, через зрительный нерв, через глазки и выходит вперед, как будто вот луч света, как прожектор. Очень медленно, размеренно, чтобы сжимать, разжимать сосуды. Очень чисто у вас вот сейчас, как посмотрите в зрение, и когда вы сделаете, очень чистая картинка такая становится. Очень хорошо снимаются спазмы, напряжение. Вот, для устранения близорукости потрясающее упражнение для расслабления глаз. Вот вечером, когда вы ложитесь спать, а вечером перед сном глазки расслаблять нужно обязательно. Так вот, к расслаблению глаз, вот к такому, если вы еще добавите 7-8 раз образное дыхание, воображаемое дыхание, вы получите еще более сильное расслабление. Едете либо в автобусе, там, в метро, вы можете тоже всегда это делать. Чтобы запомнить ощущение прохлады и тепла, дорогие мои, возьмите вот так ладошку. В сантиметре от носика остановите ее. И когда вдыхаете, закройте глазки, направьте внимание в носик. Когда вдыхаете, запомните ощущение в носике. Вдох. Легкая прохлада, выдох. Легкое тепло в носике, вдох. Легкая прохлада, выдох. Легкое тепло, еще раз вдох. Прохлада, выдох. Тепло. То есть сейчас вы ощущаете легкое приятное ощущение. Прохлада и тепла в носике. Вот примерно такие же ощущения. Очень легкие. Исключительно легкие, очень маленькие ощущения. То есть не нужно ни в коем случае какого-то жара в глазах, сосулек, холода, студеного. Нет. Легкая, едва заметная прохлада. Легкое, едва заметное тепло. Работаем с помощью воображения. 7-8 раз. Можно поставить себе приятную музыку, хорошую, замечательную музыку. Главное правило, можете записать. Очень размеренно, то есть очень размеренно, то есть очень спокойно для того, чтобы расслабить и для того, чтобы сосуды имели время среагировать, очень спокойно это выполняется. Ваше воображаемое дыхание глазками не обязательно должно совпадать с дыханием, которое у вас есть в легких. То есть вы, допустим, когда делаете вдох воображаемый, в этот момент вы можете за это время успевать два раза вдохнуть грудной клеткой. И слава Богу. А вот воображаемый очень медленно и спокойно. Давайте попробуем, дорогие мои. Садим ровно прямо, выше поднимем голову, расправим плечи. И представим себя на природе. Представьте, дорогие мои, как хорошо вам. Представьте, вот бескрайний простор, пожалуйста. Голубое небо. Как вы дышите полной грудью. Как вы улыбаетесь, как вы уверены на природе, как мы себя замечательно спокойно чувствуем. Летний солнечный день. Безветренная погода. Красивая природа. Хорошее настроение. Выспавшиеся, сытые, здоровые, отдохнувшие, наслаждающиеся. С огромным чувством достоинства, уважения к себе, что вы любите себя. Вы активны и самостоятельны. И представим вот это бескрайнее голубое небо. Голубой — это цвет воздуха. И представим, что подул прохладный ветерочек, и мысленно возьмем вот этот голубой свет и пропустим через свои глазки, насквозь, через затылок. Этот голубой свет вместе с прохладным ветерочком проходит насквозь. И через затылок уходит вдаль до горизонта. Прохладный ветерочек, свежесть, прохлада, голубой свет. Очень размерен. А потом представим себе солнышко теплое. Подул теплый ветерочек, и также сзади солнечный лучик, и теплый ветерочек сзади через затылок, через зрительный нерв выходит через глаз. Можно представить, что через глаза выходит как бы луч солнца, широкий, как луч прожектора, большой, и уходит далеко за горизонт, и постоянно светит, идет свет из ваших глаз до горизонта.
солнечное, нежное тепло. Теплый воздух идет из ваших глаз. И солнечный свет. Автоматически раскрываются капиллярчики. Расслабляются мышцы. Очень размеренно и спокойно. 7-8 раз. Опять голубое небо. Опять мы берем прохладный воздух. Вдох. Прохлада, свежесть, чистота. Насквозь проходит, дорогие мои, наши глазки, зрительный нерв, затылок. И уходит далеко-далеко вдаль. До бесконечности. А теперь теплый воздух, дорогие мои, теплые солнечные лучи, пожалуйста. Затылок, зрительный нерв, глазки насквозь проходят, далеко-далеко-далеко. Теплые солнечные лучи, теплый воздух выходит из ваших глаз. И до горизонта светит далеко луч света. Нежное тепло, расслабляющее ваши глазки, раскрывающее ваши капилляры. Представили этот луч света размеренно, спокойно. При этом вы дышать можете как угодно. А воображаемо мы дышим очень спокойно. Еще раз делаем вдох. Голубое небо, голубой свет, прохладный воздух, ветерочек, трава зашелестела. Через глазки, зрительный нерв, через затылок проходит ветерочек, идет, идет голубой свет. И далеко, масштабно за горизонт. Спокойно, расслабленно. А теперь солнечный свет, теплый ветерочек через затылок, через зрительный нерв, через глазки. Выходит выдох, теплый ветерочек. Солнечный луч идет из вашего лица, из ваших глаз и до горизонта светим. Нежным теплом, нежным солнышком. Чуть-чуть, едва-едва уловимое тепло. Очень нежное тепло. Привыкаем к этому теплу. До горизонта и дальше за горизонт идет луч света. Первые 2-3 дня привыкаем, потом становится легко и просто. Еще 2-3 раза. Опять голубое небо, делаем вдох, прохлада, свежесть. Свежесть, чистота происходит насквозь глазки. Прохладный ветер, голубой свет, зрительный нерв, затылок. И как можно дальше за горизонт. А теперь, дорогие мои, теплый, теплый свет проходит насквозь. Насквозь ваши глазки, насквозь. Теплый свет, теплый воздух, затылок, зрительный нерв, глазки выходит из ваших глазок. Нежный луч теплого света, теплого воздуха и светит на горизонт. Привыкаем, сидим, привыкаем. Последний раз самостоятельно, дорогие мои, представьте голубое небо, прохладный воздух, голубой свет. Свежесть, легкость, голова ясная, чистая. А горизонт уходит через зрительный мир. Самостоятельно теплый поток воздуха, солнечные лучи, нежные, теплые, через затылок, зрительный мир, глазки. На горизонте светит самостоятельно. Заканчиваем всегда на прохладе. Опять голубое небо, прохладный воздух, свежесть. И опять вдох, голубым светом проходим глазки, зрительный нерв, затылок и сзади до горизонта. И все тело наполните голубым светом, цветом неба, белым светом, цветом неба, ясности. Легкости, чистоты. Вот такое расслабляющее, очень спокойное упражнение. Очень хорошо делать, когда ложитесь в кровать. Улучшает сон и расслабляет за целый день мышцы ваших глаз. Ваше желание иметь идеальное зрение, снайперское зрение осуществляется, дорогие. Уважайте себя. Скажите себе: «Я благодарю себя». Я доволен собой, мне это нравится. Нравится быть здоровым, красивым, счастливым человеком. Любить себя. Откройте глазки, дорогие мои.
Возьмите руки, погладьте свои глаза. Скажите «люблю и благодарю свои глаза». Это немножко необычно для русского человека — благодарить себя, любить себя. Но пусть это будет так, дорогие мои. Пусть мы научимся любить себя. И правила простые. Вы делаете гимнастику один раз в день. А расслабление 5 или 10 раз в день, если у вас раньше была близорукость. Если же у вас раньше была дальнозоркость, вы можете делать гимнастику более быстро, более в хорошем темпе, 3 раза в день, 5 раз в день. Но не забывайте после гимнастики тоже делать расслабление. Это если у вас раньше была дальнозоркость. При близорукости мы делаем акцент на расслабление, а при дальнозоркости акцент на тренировку. Если была глаукома, конечно же, мы делаем расслабление. Даже гимнастику можно и не делать. А вот особенно для глаукомы вот это образное дыхание. Для очищения хрусталика от катаракты, это когда мы смотрим близко-далеко, делаем идиомоторный массаж, представляя чистый хрусталик, и образное дыхание, представляя чистый хрусталик. Для улучшения работы сетчатки, конечно, вот это образное дыхание, дорогие мои, которое мы сейчас с вами делали. Я рад с вами заниматься, дорогие мои. Приглашаем и на другие тоже наши курсы. Мы рады служить вам. И с Богом. Напоминаю, что привычки формируются за 40 дней.